Приветствую всех, с вами канал Промин. Давайте посмотрим сейл от Мухаммеда Али. Он будет 8 числа во вторник в 14:00 по московскому времени. Тираж 5637, цена за один бокс $39, а общая капитализация сейла $219 000. Вторичный рынок будет доступен через 12 часов. Максимум на один аккаунт вы сможете купить 50 коробочек и 150 ящиков будет зарезервировано для сообщества. Давайте посмотрим, как выглядят данные NFT-шки. Ну, искусство, я думаю, не в моей компетенции оценивать. Давайте почитаем, что нам будут давать эти NFT. Открываю членство в музее опыта Мухаммеда Али и метавселенной. 37 из NFT, сейчас покажу какие. Вот, 1, 2, 3. Открывают эксклюзивные подписанные гравюры и холсты искусства Али из официальной коллекции. Искусство создано всемирно известным художником и продюсером Майком Бандли. И реально о нем много информации в интернете, у него есть своя страничка в Википедии и так далее, то есть человек с бэкграундом. Твиттер он создал недавно, у него 600 читателей, он сделал ретвит Binance NFT, анонс сейла на Binance. И далее вот он показал свои 3D работы. Давайте почитаем дальше. Владельцы получат доступ к музею в метавселенной Мухаммеда Али и получат эксклюзивный доступ к товарам и скидкам на Али Experience. Физический холст Ultra Diamond включает в себя золотые чешуйки на сумму $500 США на холсте. Сейчас покажу данную NFT-шку. Вот она в одном экземпляре, выглядит она следующим образом. Давайте пару слов скажу про Али Experience. Это у нас онлайн-музей, которыми они называют метавселенной. Покажу их соцсети, у них с 2009 года 20 тысяч читателей, у них есть тут какие-то фотографии, активы на них мало, это они презентуют свои другие выставки. Но вот с Мухаммедом Али посты собирают по 400 лайков, и вот они же видел по 200. Также хочу показать, сколько стоит билет на онлайн-выставку, $14. Давайте поделюсь с вами своими мыслями касательно сейла. Считаю, что данные боксы подойдут только поклонникам, кто хочет состоять в каких-то фан-группах. Гарантированно на данном сейле не заработать. Я, скорее всего, пропущу. Меня остановит единственное, что если купят 600 боксов из такого тиража, остальные сожгут. Но у Мухаммеда довольно-таки приличная аудитория, я думаю, все их скупят. Но непонятно, поскольку они будут продаваться на вторичном рынке. $40 для фан-бокса довольно-таки много, тем более, что нам тут не обещают никаких аирдропов, стейкингов и так далее. Только 37 человек получат какие-то подписанные гравюры и один человек получит холст с золотыми чешуйками на $500. Мне кажется, он их даже не увидит. Остальные получат там какие-то привилегии в музее и их Али Experience. Ну, я считаю, это несерьезно. Вот такое простое видео получилось. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Тут контент про NFT выходит регулярно. Всем удачи!